Здравствуйте, друзья! Утро в Санта-Крус, 7 утра, вы видите, автомобиль покрылся влагой. Вот так у нас тут. Ну, океан рядом. А мы со Светланой движемся в направлении океана и пирса, который там есть такой выдающийся знаменитый пирс, потому что вокруг этого пирса будут происходить сегодня удивительные события. Ну, не то чтобы удивительные, но редкие. Триатлон такой, троеборье, с 1978 года. Вот этот чемпионат мира проводится по триатлону. Называется это мероприятие Iron Man, железный человек. И первые года три проходилось все это на Гавайях. Там понятно, там легко троеборить, вода теплая. Но сейчас вот уже последние годы в разных местах проходит. А куда? Направо идем туда, да, к океану. И вот сегодня у нас вот тут Санта-Крус происходит некий этап отборочный чемпионата мира. Чемпионат мира будет в Ницце, насколько я понимаю. А 30 человек из тех, кто сегодня стартует, вот получат право участвовать в чемпионате мира. Скажи, сколько стартует сегодня? Стартует сегодня, я не знаю. Но вот в прошлом году было 2000. Мы сейчас посмотрим, как это происходит, а уже там статистику официальную, я думаю, там со временем все это будет известно. Значит, история такая. Есть пирс, к которому мы сейчас идем. С одной стороны, он длинный, с одной стороны пирса они стартуют и плывут. В костюмах плывут, тут очень холодно. Круглый год холодно, тем более сейчас уже сентябрь, 9 сентября. Они обплывают этот самый пирс, потом садятся, сегодня 9-е, Светик, и садятся на велосипеды, гоняют на велосипедах от пирса вдоль по набережной. Мы сейчас пойдем по этой набережной и обратно возвращаются. Вы видите, друзья, американскую предвыборную агитацию. Вот так это выглядит. Вот на углу ставят таблички, это значит, что агитация идет. И после этого они бегут. Бегут, опять же, от пирса по набережной и обратно по ней же возвращаются. То есть бегут в двух направлениях. И, насколько я понимаю, мероприятие стартовало минут, может быть, 15-20 назад. По идее, они должны были стартовать в 6:45, а сейчас 7:15, где-то 7:10. Вот мы идем. Давай, Свет, выйдем на проезжую часть, поскольку кроме нас тут никого нет. Так будем идти по светленькому, по свеженькому. Вот, вот они, знаки уже стоят, да? Чтобы не проезжал никто. На набережной, мы вчера ходили вечером, там были всюду у парковок, были знаки, чтобы не парковаться с 5 утра до 4 часов дня. Заготовили велосипеды. Ну, я не знаю, да. Тут есть такие места, где эти велосипеды берут в прокат. Доллар за 15 минут, что-то такое. Итак, много транспорта ожидается в городе. Тем более, вот как бы на этом пятачке. Но вот пока мы не видим уж так уж много. Ну, в общем-то, может быть большой наплыв народа, если только участников 2000. Можете себе представить, там плюс переживающие, плюс члены семей. Так обычно собираются гости на это дело, любопытные. Вот мы с вами любопытные. Вот, пожалуйста, дорога закрыта. Так вот. То есть, я думаю, что мы совершенно разумно движемся по центру этого дела. Ну, вот там машина идет, но она... Да, объезжает. Да, там уже какие-то бегуны, друзья, бегут, что для бегунов естественно. Нет, ну это, знаешь, они уже проплыли. Ну, наверное, да, если уже там 20 минут прошло. Тут добежать до пристани, до пирса, там 5 минут, если бегом. Нет, ну а проплыть-то вокруг пирса, это много времени. Ну, плавают вот такие люди. У Светланы сегодня такой замечательный колпак. Киргизские нам подарили.
Светик, скажи, в чем прелесть киргизского колпака вот здесь на побережье? Ты знаешь, вот он такой волочный, ветром не продувается. Да. Потому что сейчас довольно зябко, надо сказать. Зябко, зябко. Представить сейчас, что можно выползти из кровати и кинуться в ледяную воду, это, в общем-то, не для слабонервных. Да. Вот, поэтому... Но. Да. Хорошая новость состоит в том, что мы вышли, из дома было холодно. Да. Но мы идем быстрым шагом, и, в общем-то, уже стало не так. Немножко холодно. Согреваемся. Немножко только руки нужны. Да, давайте, я себя тоже покажу, друзья. Вот, уже пошли. Да, сейчас пойдем. Вот, а я тоже такой зимний, видите? Тут волонтеры, или это просто любопытная девушка. Сейчас посмотрим. Да. Sure. Sure. Are you volunteering here? Yeah, I have it underneath. It's cold though, so it's underneath. Yeah. Let's show. I think I have it on backwards. Это девушка волонтер, где на майке написано. Okay, thank you. Yeah, а я не понимал, то она любопытная, то ли чего. Так, ну что? Вот набережная, по ней должны двигаться люди. Вон там толпища, да. Ну идем к толпище, идем. Нет, подожди, надо посмотреть, что? Не выпускают партиями. Вот смотри, там давай посмотрим, Света. Идут люди, едут. Велосипедисты. Быстро едут, они быстро едут, их еще сопровождает полиция. Нет, ну интересно, что они уже успели приплыть. То есть это... Света, они уже, они безусловно успели. Идем в ту сторону, идем. Вот. Тут ребят стоят, аплодируют. То есть у каждого личный рекорд, да. Они не все бегут одновременно, а видимо по времени их там засекают. То есть их выпускают группами, человек по 100, и все это занимает довольно продолжительное время, потому что, чтобы 2000 человек вот так выпустить, и чтобы они друг другу не мешали, я на самом деле в воде не вижу, чтобы кто-то заплывал. Может быть, вот те... Они, тем не менее, стоят там. Они... Ты можешь приблизить, посмотреть? Нет, я приблизить, ну, на этой камере не могу. Так, идем пока. Идем. Так. А, нет, вон плывут люди в воде. Плывут? Да, там плывут. Ну, мы сейчас подойдем поближе. Они все равно плывут, и здесь возвращаются. Да. Так, тут уже люди вот бегут у нас из-за спины. Нет, это просто так. Нет, друзья, это просто так, да. Это человек просто так бежит от инфаркта. Да. А вот девушка в волонтерской майке. Вот она так стоит, да. Может, нам поволонтерить как-нибудь? Даже не знаю. Да ладно, слушай, мы сегодня такой подвиг совершили. Встали в 4 утра. Да. Думали пойти к началу, но так темно было. Насчет 4, мне кажется, ты преувеличил. Нет, я встала в 4. Это время. Да ты что? Да. Давай пойдем вот тут посмотрим с этой точки, где ребята стоят. Ну, они что-то кричат. Но я даже не пойму, кому они это кричат. Вот скажи. Там вот в воде вон человек, видишь, вот тут по одному. А вообще там плывут, да, плывут. Плывут. А, вон там в районе буйков. Они, наверное, выходят. Один парень всего плывет. Я больше, они с больше стороны не вижу. Выходят. Ну, вон он плывет. Вот, ну, да, да. И там дальше немножко плывут. Мы можем пойти на пирс и оттуда поснимать. Ну, их туда пускают. Да, друзья, из наших планов у нас... Гости будут в 10 утра, то есть сейчас сколько, 7? Через 3 часа будут гости, приедут из Сакраменто специально на это мероприятие. Приедет девушка Анна, и у нее 3 деток. Вот они вместе приедут, моя студентка в прошлом. И у нее друзья тоже из Сакраменто сегодня забегают. Или, так скажем, участвуют в этом. Вот они на чёрном. Да. Вот. Как-то они все так вот так вот садятся. Как-то Света, они, это они стараются снизить сопротивление. Нет, воздуха. Они руки вот так ставят. Они знают, что делают. Вот. И приедет, значит, девушка Анна с 3 детками. И мы пойдем еще, может быть, пообщаемся с кем-то из ребят, с нашими соотечественниками, которые участвуют в мероприятии. Видно, что некоторые из них быстро едут, а некоторые не очень быстро. Потому что, кстати, для некоторых важно побеждать, а для некоторых участвовать. Да, он так, не спеша. Для некоторых важно участвовать. И они просто так, их победа состоит в том, что они проплыли, добежали. Мы можем пойти сказать, что такое пеналти бокс. Пеналти бокс, да. Пеналти вообще, это когда тебя штрафуют за что-то. Да, пеналти тент эхед. Вот, да. Вот это вот penalty tent, такая палатка. За что? Это пойдем, как бы штрафные. Пойдем у них спросим, за что штрафуют.
Ты думаешь? Ну, а почему? Если мы делаем репортаж, надо же знать, кого и за что. Ну, пойдем. Iron Man, видишь, Пен. Да, да, все, все свои. Так, ну давай глянем. Спросим у них, что это такое. Hey guys, what is penalty box? So if they here you go, so if someone's doing something wrong on the bike course, yes. they get a penalty, like drafting or throwing trash on the course. Okay. You give them a penalty and they have to stop here. So they have to stop here for either 30 seconds or for 5 minutes. They have to stop racing. Okay, so it will extend the time needed to complete. Yes. Okay. Okay, right. Thank you very much. Okay, thank watch you. Out, watch out, watch out, wait. Come out this way, okay? And what are those? These? These are stopwatches, so we time how long they're here. Oh, timers. Yeah, the timers, okay. Yep. Okay, thank you. Yeah, come out this way though, okay? Sure, thanks. Ну что, значит, если кто-то там по дороге что нарушает, они их тут держат, как бы, скамейка, как бы в угол ставят. Да, то есть они их вместо угла ставят вот в этот бокс. Вот здесь проезжает очередной участник. И такая машинка для гольфа. Видите, они колпаки на дороге расставляют, собирают. Они же плавают в костюмах. А потом снимают их. Да, но время, вот пока они снимают костюм, оно им учитывается. На каждом этапе свой финиш. А, то есть ничего. Да. Время, учет времени идет по каждому этапу отдельно. Может, в туалет надо сходить, да? Света, насчет туалета ты уже просто как заботливая мать. Ну, представь себе, после холодной воды они выползли. Вот, всякое может случиться. Да, всякое. Но это, Света, железные люди. Вон они бегут, железные. Где? Они выбегают из воды, вот сразу бегут, мокрые. Они костюмы на ходу снимают себя костюмы, то есть, да. То видимо, учитывается общее. Да, самое. Света, ну, давай мы лучше подойдем поближе, потому что так вот мы с тобой их видим, как они бегут. Так, отойди в мою сторону, пожалуйста. Так, вот девчонки симпатичные, смотри, тоже идут посмотреть. Так, и солнце нам в глаза справа. Ну, сейчас посмотрим. Так. Бегут прямо в костюмах вот для воды. Вот они, вот он бежит и прямо костюм сдирает с себя костюм, на ходу босиком бежит из воды, потому что где-то они должны были бы костюм уже полностью снять, мне кажется. Да, должно быть место такое. Так. То есть, видимо, все-таки время полностью учитывается. Ну, давай, может быть, мы пройдем так, на пирс. Они немножко не спеша бегут, тяжело им бегут. Да, но крепкий мужик, смотри какой. Да, здоровый. Не спеша. Я просто обеспокоен солнышком, которое светит справа. Вот я покажу, ребята, вот там солнышко. Но так мы много не наснимаем. Пойдем, пройдем. Быстренько. А к берегу быстренько, не хочешь пойти? Быстренько пробежим. Проскочили. И будем стараться не смотреть камерой на солнышко. Тут группа поддержки с плакатами там. Милиша, вперед. Женщины тоже. Да, тут это, ты понимаешь, Света, и женщины туда же. Да. Говорят, что нет равноправия. Так. Как может женщина соревноваться с такими бугаями? А у женщин отдельный зачет. У женщин отдельный зачет. Нет. Девочка бежит босиком. У девочек татуированная вся, хорошая. Нет, я думаю, что у них общий, никакой у них нет. У них отдельный зачет. Как ты знаешь? Как я знаю, я посмотрел результаты прошлых соревнований. У женщин отдельный зачет. Люди, Света, со всего мира. Ты себе не можешь представить даже, откуда здесь народ. То есть, конечно, много калифорнийских. Это те, которые больше так для поучаствовать. Да? А те, которые реально посоревноваться, съезжаются со всего мира. Я думаю, что они еще платят довольно значительную сумму за участие. Ну, может быть, оно не бесплатное, да. Может быть. Давай, Света, какой океан? Ты посмотри, какая красотища. Ну-ка, давайте, друзья, тут туалеты. Вот мы тут из-за туалетов.
Вон, смотри. Вдоль линии, где они бегут, там стоят болельщики. И вот эти вот ворота черные. Видишь, написано? Да. Iron Man Swim Finish. И вот а там... вон они бегут, смотри, плывут. А вон они плывут в воде. Слушай, как плывут, Света, ты посмотри. Как рыбки прямо. Это прямо как шпроты, да. Как они плывут. Да, друзья. Ну, пойдем с моста так поближе. Пойдем с моста, и я думаю, что мы прямо тут сейчас и пройдем. Вот прямо тут. Так, протиснемся. Культурно очень понаставили туалетов. Вот, Света, отвечая на твой вопрос, да? В туалете все. То все в туалетах. Нет, видишь, они группами идут. Вот плывет группа, ты видишь, они довольно массово так плывут, потому что их массово и выпустили, они массово доплывают. Идем на мост. В смысле, на пирс идем. Да. Идем на пирс. Опять же, я говорю, солнышко нам не всегда светит с правильной стороны. Морские львы, Света, в наших местах привычные к публичным мероприятиям. Я просто, Света, я бы с радостью туда показал, ту сторону, но солнце пахнет вкусненьким. Люди кофе несут, выпечку. Очень хорошо пахнет выпечкой. А вы, Света, кому сосисками пахнет, а кому выпечкой? Я думаю, что эти запахи друг друга не исключают. Ну, друзья, я не знаю, что вам там видно. Там большая толпа. Там большущая толпища. И оттуда все и стартуют. Это служебные. Они лодки везут. Это служебные машины. Так. Переходим. А может быть и граждан пускают, я не знаю, я не обратил внимания. Ты знаешь что, Свет, мы немножко дальше пройдем и будем от солнца отвернемся. Вот, друзья, смотрите, как они из водички выходят. Там волонтеры стоят вдоль. Народ приветствует. Вот хорошая точка для съемки, правда? Уже солнышко стало появляться. Вот они плывут, 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 ребятки. Так. И все это мероприятие будет продолжаться часов 6, а то и 7. Не быстро. Пару минут, да. Уже всех они запустят в воду, и все будут в воде. То есть на этом плавательная часть закончится. Так. Там толпа стоит, но их помногу запускают, так что их да, запустят. Да. И, знаешь, они тут плывут довольно кучные, наверное, они друг другу мешают даже. Все равно, как они все по одной дорожке. Светик, я думаю, что плывут. Это издалека так кажется, а так уже на самой воде. А ты посмотри, как там тучи вот там в конце. За. А смотри, люди сидят на досках и наблюдают вблизи за ними. Это волонтеры. Подумаешь. Да, конечно. Это волонтеры. Вот они тут между буйками и плывут. Да. Да, хорошо, волны не сильные сегодня. Если вообще волн нету, какие тут волны. Если бы были волны, знаешь, было бы не очень. И солнышко, и... То есть видимость хорошая, вот я о чем. Видимость хорошая и для велосипеда, и для бега. Вот они там дальше куда-то продвигаются, переодеваются. Ну что, друзья, такое ощущение, что вот это последние сардинки поплыли. Вот там они в ту сторону идут. И здесь вот последние. То есть там на берегу уже не видно следующих. Очередь сказал, да, очередь разошлась. Там по радио сказали спасибо волонтерам. Вы видите, публика расходится. Вот вы видите, ребят плывут. Солнышко светит. А мы сейчас пойдем к нашим друзьям, морским львам. Вот тут, чуть пониже. Вот тут. Сейчас мы по лесенке спустимся.
Что-то их там немного. Наверное, их, да, только что было несколько раз больше. Они тут ругались, такое таковище у них было. Вот, ну, каких есть, таких заснимем. Вот они. Здорово, казаки! Да, ну, они нас знают, мы их тоже. Ну что, друзья, вот мы и на другой стороне пирса. Вы видите, как происходит заплыв. Мне очень нравится вот там сзади такие темные облака. На воде прямо они. Так. Мне кажется, что эти медленнее плывут, чем когда мы подошли. Или это реально Светик, так? Я не знаю, я просто наблюдаю и все. Не анализирую. Вот там вот есть быстро, которое, а вот здесь медленно. Ну видишь, хорошо. Вот я так... не думаю, что скорость зависит от места, так сказать, относительно пирса. Там, там они быстро стараются, а здесь уже видно, они так... Ну, может быть, уже завидев берег, они норовят поскорее. Обрати внимание, что у них у всех шапочки либо красненькие, либо зелененькие. Ну, это девочки и мальчики. Может быть. А может быть еще как-то. Потому что были раньше с оранжевыми шапочками такими. То есть как-то цвет шапочек, видимо, что-то определяет об этом во всем. Ой, там люди вон с голыми руками совсем. Вот прям голые руки видно. Холодно же. Есть, да. Ребят, есть, реально холодно. Есть ребята с голыми руками. Реально это правда. Холодно сейчас. Но без костюмов никого не видел. Ну, они могли же, знаешь, судорогу получить. Или чтобы реально холодно. Даже руки вон у меня сводят от холода. Ну, у тебя так ты же не в воде, Света. Ну, а в воде еще холоднее. Да, вот эти парусники, мы вчера на них смотрели и думали, что это они тут стоят. Здесь, слава богу, серферов у нас, как собак нерезанных, они с удовольствием волонтерят. Люди привычные там. Часами сидеть. Часами, да, их ничем не возьмешь. Ну что, Свет, я думаю, что мы свою функцию вот тут сейчас выполнили. Мы снова на улицах, мы ушли с пирса. Вот то место, где ребята... не успев переодеться толком. Вообще, конечно, вопрос, где именно они переодеваются, но это место там за углом. Мы туда, не пойдем. Сейчас холодно очень, а они мокрые бегут. Вот тут даже весь асфальт мокрый, от их мокрых ног, видишь? Да, да. Не только ног, с костюмов стекает вода. Да, им холодно реально. Ну, я думаю, что им здесь теплее, чем в воде. Так, давай поближе подойдем. Да, не дают нам пройти. Говорят, подождите. Да, много возрастных. И мальчики, и девочки есть возрастные. Ну что, вот велосипедная часть движется. Тут даже автомобили как-то проникают. Да. В таких непростых условиях. Так. Вот, видите? Так тоже некоторая массовость наблюдается. Ну да, тут уже не перейдешь даже на ту сторону. А мы не переходим. Так. Движутся, движутся велосипедисты. Еще должны появиться люди, которые бегут. Но это не сразу. Они сначала должны на велосипедах туда, потом на велосипедах обратно, а потом уже
побегут. О, тут прямо армада целая. Смотрите, что творится, друзья. Ну, прикольно. Да. Вы видите, тут вдоль набережной люди стоят, смотрят. Нет такой прямо, знаете, толпищи многотысячной, которая собралась посмотреть. Но люди, которые просто гуляют в это время. Сейчас уже 8 утра. Вот они стоят и смотрят, улыбаются, довольны. И мы со Светланой, немножко утеплившись, вышли с утра. А сейчас уже становится жарковато в нашем утепленном. Мы сейчас пойдем домой и переоденемся. Но существенно то, что там было действительно очень-очень много возрастных людей. Таких, я чувствую, постарше нас тоже, как следует. И, да. И женщины, и да. Мужчины. И они там... И там толстые были такие реально и полные толстые, были, да. И я бы сказал, что они не производили впечатления таких, как бы, легко, что им легко далось. Они были запыхавшиеся такие. Вот. Но здорово, понимаешь? Переходишь на веб-сайт, регистрируешься, получаешь номерок и вперед. А кто-то хочет пройти на чемпионат мира, который на финальную часть. И эти должны там когти рвать и... показывать результат. Ну так, все вместе плывут, все вместе едут, пожалуйста. Там. У меня нет ощущения, что вот эти конкретно куда-то спешат. Так, едут себе. Ну вот те, которые спешат, их сразу видно, они намного быстрее едут. Да. Даже, это видно, вот они вроде смеют, видишь, вот даже вот. Да, да, видно, конечно. Обгоняют, да. А волонтеры, они поощряют. Давай, навались! Там все отлично у тебя. Тут не перейдешь так. А мы еще не переходим никуда. Тут вообще так. Не перейдешь. Перейдем, перейдем. Пошли. Может, пошли. Так. Сейчас будем переходить. Так, Свет, давай, стой, стой. Пусть вот эта масса пройдет. Слева у нас никого нету. Ну да, еще сейчас пока. Вот эта группа пройдет, да, и вот там свободное пространство. Так, вот сейчас вот одиночка вот эта пройдет. Там еще те быстрее. Ничего страшного, пойдем, пойдем, пойдем. Окей, мы отлично проскочили, и нам немножко вперед туда. Пойдем туда. Слушай, как хорошо по солнышку, правда? Так, ну да, уже тепло стало, солнце вышло. Да, уже можно... твоя киргизская шапка как бы немножко даже неуместна. Нет, называется она даже... колпак. Ну, уже даже руки согрелись, и я вот уже раздеваюсь буквально. Да. Да, некоторые ездят так, знаешь, как бы в свое удовольствие. Он так идет, типа на прогулке так, прогулочно. Но представь себе, сколько волонтеров вот на каждом перекресточке. И в воде там сидела толпа. Ну, послушай, и на берегу. Есть организация, которая находит этих людей, которые... Ну да, да, волонтеры. Да. А можно зарегистрироваться на сайте. Ты можешь зарегистрироваться как участник, а можешь как волонтер. Вот они тут, видишь, активно видишь, фотографируют. Снимают, да, тут люди с активной жизненной позицией. Они сделают фотографии. Так, ну что, друзья, нам вот сюда.